останавливаться. Да, у нас еще 5 минут. Всем привет, с вами канал Артмания и моя семья. Едем мы с Женькой в Отрадный. Гулять будем там на пару дней. Так вот выглядит ЖД вокзал. И симпатично. Он даже... часы, слушай, есть. Давно я здесь не была. Сейчас поснимем. Поснимаем. Чё да как. А то принесёт. Потом сюда возвращаться, да, надо лучше? По-моему, там дорога-то закрыта, так? В прошлый раз мы с тобой пошли. Да, да. Сюда я в последний раз приезжал. А, вон забор. А то в прошлый раз забора не было. Мы до конца дошли, а оказывается, там закрыто. Или круг. Так ты сделали так, легко обходишь. Летом, наверное, красиво тут. Ночью интересно тут идти. Каково? Ломали заодно? Ай, скользко. А? Нет, нет. Да, снег как сверху. Здесь ломали. Скользко, слушай, так кошмар. А, смотри, как снег лежит. Что ты мне перегораживаешь? Далеко не пойдем, Жень. Красиво. Я помню, первый раз пробрался в руку на смартфон. Мне пропали фотографии с смартфона.
Второй раз прогнался аппарат. Только я до нее дошел, у него батарейка села. Он только с третьим разом получил скорость. Ну там сейчас рыбу ходил. Ну там еще сама куда-то прибежать. Пойдем. Ну а как там собственно примечательно? Ну природа красивая. Пойдем, да? Пойдем, дай мне руку. Тут дорога. Ты себя куп туда? Жень, куп. Куда это переходит дорога? Ширяю? Нет, не ширяю, ты сейчас сказал грубо. А, шлих. А почему? Куда он назывался? Если по Ленинградскую сети через железную дорогу переходит, пойдет в жизнь. Поселок, назвали Запанский. Запанский? Запанский. Запанский, Запанский. следующая остановка Речная. Там у нас чипсы, которые готовы.